Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием The Happy Few, а именно дополнение под названием Роджер и Джеймс They Come From Below. То есть те, которые пришли с подземелья, с глубины. Мы в прошлой серии с вами нашли доктора Фарадей, эту женщину, программистку, ученую, изобретательницу, изобретателя. Мы ее нашли в этом подземелье. А она там что-то намудрилась с этими компьютерами, с этими роботами, что-то пытается сделать, чтобы они помогали человечеству, но что-то не все получается. Ага, мы закончили на этом моменте, когда мы справились в этой вот жаровне. Найти старую лабораторию. Хорошо, давайте думаем, куда нам тут дальше двигаться. Вот. Боже мой, ты посмотри, что она с ним сделала? Думаю, я смогу разбудить его. Так, ну вот этот робот, мы его рассматривали в конце прошлой серии. Если вдруг вы не видели, хотели бы посмотреть, что там происходило, ссылка в описании, на плейлист. Будет и дополнение, ссылочка, и полностью игры. Так, улучшение нашел. Что это такое? Выстрелы из лучемета, рикошетя до тех пор, до трех раз, кромсая всех на своем пути. Офигеть! Мы еще сильнее улучшили свое оружие. Так, кнопка, ну давайте нажмем. Сколько можно терпеть, сколько можно ждать этого момента истины? Робот! Ой! Ой! Опа, ожил. Ты проснулся? Зачем ты включил меня? Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль. Кто вы? Я работаю на доктора, но я не согласен. Меня очень беспокоит, что она вас роботом похищает и разбирает на запчасти. Я думаю, что у вас есть сознание, и вы испытываете боль и скорбь. Я думал, у людей нет способности к сопереживанию. Доктор Фарадей сказала, что хотела использовать позитронный преобразователь для взлома ваших цепей обратной связи. Что это значит? Когда мы принимаем решение, мы взвешиваем все возможные варианты, сопоставляем надежды со страхами, в итоге мы совершаем максимально выгодные действия. Иногда мы приносим в жертву свое существование ради тех, кого любим. Как люди прям. Чисто как человеческое. Вы любите? Она может заставить нас любить ее. Как? Мы были созданы для рабства. Пытались удалить иерархию подчинения. Но мы теряли надежду. Мы всегда пытались не попадаться на глаза. Что случилось с теми, кто вас создал? Они умерли. А вы сами восстановили целую цивилизацию? Уничтожь меня, пожалуйста. Я не могу. Это убийство. Чикс, мы его не убьем. Я найду ее позитронный преобразователь. Обещаю. Робот все-таки валяется дальше себе. А он отключился. Он мучился, ему больно было. Капец, роботы. Роботы могут что-то реально чувствовать, оказывается. А мы так думаем про них. Так, кнопка Чикс. А здесь. Все. Отмыдрались. Все. Нам сюда. Ну тут, в принципе, была эта вот финтиглюшка. Ближний бой. Не успел прочитать, что там было. Так, мне нужно сказать Джеймсу, что происходит. Мы должны вместе остановить ее. То есть эта тетенька вмешалась в цивилизацию роботов для того, чтобы их подкорить себе, чтобы они подчинялись обратно людям. А ранее они уже подчинялись людям, но они были с ними как-то в согласии, так? Куда я бегу? Вагончик. Нужно мне сюда заходить? Наверное. Мне говорят, что мне нужно туда добраться. Но как мне... Это уже не работает. А нет, работает. Ну, поехали. Где мое оружие, кстати? Вот оно. У нас есть часовая бомба. У нас есть механизм для управления деталями на расстоянии. Магнитная такая штука. В общем, оружие у нас целая куча уже. Ну, три. Куча. Да, кстати, и поддержите, пожалуйста, ролик лайком, если вам не сложно. Мне будет приятно. Так, и кому-то пришли. А мы вернулись к Роджеру. Только бы Роджер не был с нею заодно, с доктор Фарадей. Кто-то же... Так, надо наверх подняться к нему. Я устал. Надо... О, там красное что-то. Это он. Привет, Роджер.
Королева Фарадей. Достижение. Ну что, вы получаете своим новым рободругом? Доктор Фарадей собирается делать из роботов робопленных слуг. Они магические слуги, Роджер. В этом, мать твою, и есть вся суть их существования. Как ты не любишь, Where I come from, everybody has a job, and nothing is worse than not belonging to anybody. If we weren't killing them, we could go to their world and learn from them. Ты как тот лорд, который держал бенгальского тигра вместе с домашней кошкой, в итоге стал его обедом. Мы найдем доктора Фарадей, которая умнее даже тебя, и поможем ей, независимо от того, что она считает разумным и логичным. Договорились? Ты просто не видишь. Мы, возможно, стоим на пороге прекрасного и невероятного открытия. Или ты отказываешься? Да чтоб тебя, Роджер! Я должен найти и уничтожить ее позитронный преобразователь, чтобы они... Там дверь, на которой написано преобразование, видимо, это оно. Ну, ясненько. А он обиделся. Он с того места, где они вечно кому-то подчиняются и служат. Где они постоянно кому-то должны быть обязаны и слушать все приказы. Воу! Жесть. Так, нам куда? Сюда? Ну, пойдем. То есть доктор Фарадей, оказывается, у нас не такой уж хороший и милый цветочек. Она еще тот. Что там подобрать писала? Что-то увеличенная хлопушка. А доктор Фарадей затевает подлость против робота. Я не знаю, на чью сторону мне нужно встать. Похоже, она заперла дверь. Ищи что-то вроде трещины в стене. Трещины в стене. Ну вот, есть пещера. Присядем. То есть получается, да. На какую сторону стать? На сторону роботов, либо же на сторону доктора Фарадей, которая хочет использовать всех этих. Так, это что такое? Три? Нет. Что тут делать? Вниз падать наверняка не стоит. А как же мне тут тогда... Вагонетка. Как я должен по камням, что ли, как-то закарабкаться? Ну, я нашел это вот дело. И чего? Наверх запрыг зацепиться? О, да. Зацепился. Ага, вот преобразователь. Все, разобрался. Едем, тянем. Что случилось, котеночек? О, ты знаешь, я испек тебе торт. Мне уже 34. Поем воду, Иисус уже успел умереть. Он пошел под собакам. Всегда хорошо иметь влиятельных. В случае, ты сражался за короля. А если мы просто приносим счастье друг другу, неужели это не достаточно? Нет, то есть да, разумеется. Maybe something will go horribly wrong, and you'll rise to the occasion. Твои воспоминания. You always know how to cheer me up, James. Это его воспоминания. Ладно, едем дальше. Что-то про пирог, про их отношения обсуждают. Так, кажется, мы приехали. Я сразу же переключусь на бластер. Всякий пожарный. Оп! Ага. Что я делаю? Ага, везу себе. Я туда. Все стало на свои места. Едем. Слушайте, вагонетки хитрые. Так, и куда меня привезло по итогу? Ага, вот он. Все правильно. Сейчас остановимся. Все, мы приехали. Кажись, нам тут надо выходить вроде бы как. Так, один. Ближний бой. Что-то такое? Записка. Милая Хелен, не желаешь ли ты выпить со мной чаю? Твой верный друг, надзиратель Дарси. Что ж, фортуна похлопает смельчакам. Значит, это самое, что хотел я сказать. Роботы между собой, кажется, общаются. Надзиратель, видите?
Они даже на кофе друг друга приглашают. То есть они реально с друг другом взаимодействуют. Так, тут, наверное, это сейчас нам понадобятся эти баллоны, чтобы взорвать красные. Что, роботы сейчас будут нападать? Ого! Здесь очень большой робот. Так, мне нужно как-то на 2 нажать, переключиться на бомбочку. Кинуть его, наверное. Я его взорвал, кажется. Нет? Как мне их заманить сюда? А нет, как отпрыгивать? Так, у меня есть какие-то еще бомбы? Нету больше бомб. Пушка у меня перегрелась. Так, ну стрелять. О! Отпрыгивай. Так. Это хорошо, что она так отпрыгивает. А что если я стрельну супер лучом? А, меня током шарахнуло. Я не успел, кажется, не стрельнуть супер этой самой. Супер-супер-супер-дупер своим зарядом. Так, тихо. Заряжаем. Два. У меня пушка снова перезарядилась. Так, одного вырубил. Еще один спрятался. Тут спрятался реально, стоит за стенкой. Шпион. Вырубил всех. Сколько миров гибнет, когда мы убиваем друг друга? Чего бы мы достигли, если бы просто разговаривали? Чего-то бы достигли наверняка. Чего-то бы да и достигли. Так, бомбочку мы использовали. Тут никаких снарядов, ничего. Тут какое-то помещение. Тут у нас, значит, мы не пройдем. Должны эти силовые тех самые поля как-то отключить. Наверное, с помощью вот этого. Лифт. Что-то еще внизу было. Ай, ай. Так я, конечно, свалился. Нехорошо, так нехорошо. И что мне теперь делать? И куда оно едет? Вниз? Вверх? Блин, что я наделал? Ага. А я могу себя подлечить сейчас? Я упал. Это нехорошо, но у меня есть различные мази. Разложено умеренно раны. Немного восстанавливать здоровье. Ну давайте вот это хотя бы используем. А где мои раны? Почему раны не заизлечились? Может это не то? Может я что-то не то использую? Эх. Вот тогда вот эту ее. Почему у меня здоровье не восстанавливается? Я использую. А оно мне ничего не восстанавливает. Тогда вот это бахну. Я выбрасываю. Я Г нажимаю букву. Я не использую. Использую букву F. О, напиток выпил. А куда я выбросил? Вот он, я выбрасывал все. Боже ты мой, я уже испугался, что оно не действует. Буква F использовать. Пам. О, сразу все здоровье выпал. Запомнил мне. Это уже хорошо. Так, поднимаемся наверх. Теперь главное не свалиться, как в тот раз. Ага. Теперь я не могу. Блин. Ну что ж там будет? Опускаем? Опускаем. Опустил, по идее. Закарабкиваюсь. Поднимаюсь. Поднял. Еду вверх. Вот. Перехожу на эту часть лифта. И еду наверх. Поднять. Фу, наконец-то! Но это не было сложно, просто я немножко тупил. И что теперь? Вот. Я двойной прыжок хочу. Нажимаю 2 раза пробел. Так, разгону. Оп! Есть. Оп! Есть. Какой-то пульт. Что я активировал? Ага. Ага. Ага, вижу. Надолго ли? На постоянной основе снимается. Может туда пойти? Тут нету ничего, никаких каких-то припасов, что-нибудь. То, что бы мне не могло помочь. О, жареный кофе. Или что там было? А это спуск вниз? На нижнюю палубу? Это что такое? Фонари? Аптечка здоровенная. О, не зря я сюда зашел, слушайте. Ой, не зря. Как это открыть? Оно еле-еле работает, но работает. Открыл мне. Все, вот для чего это все было за мануха. Так, если есть красные баллоны, значит сейчас будет мочилово. О, бомба, граната. Сразу ее себе выберу. Это... Ой. Ой.
На тебе! Ухожу с другой стороны. Потерялся снайпер. Чуть-чуть потерялся снайпер. Я его хорошенько так... Эффект неожиданности, короче, использовал. Прочитать. Сегодня был в исполнительном комитете. Центральный просто одного из крупных роботов. Не, ну это все читать не будем, ребята. Ну так просмотрим хотя бы, что если что, прочтете себе. Так. Ну, может тут наверх забраться? О, вот оно. Обходной путь нашелся. Тут у нас что? Что-то шумит однозначно. Подобрать. Бомбочки и лекарства. Бомбочки и лекарства. Не зря сюда завернули. Так. Уничтожить посторонние. Так. Передной пост, что ли? She's got missiles now. С ракеты. I think I can shoot them! Ты что, теперь меня будут, что ли? Бомбами кидать меня будут. Как мне это мочить? Как мне это уничтожить? По-моему, они попали. Куда оно стреляет? Куда оно стреляет? Ну надо это... Три бомбы! Три! 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 Здорово. А, как его такое? Я пережил это? По-моему, пережил. Откуда это? Ну, мне надо было просто убегать. Не надо было ничего. А почему я не могу ничего с ними сделать? Не подобрать, но не выделяются каким-то чуть-чуть образом. Она своих же роботов замочила. Так что ли? А я могу как-то немного себя подлечить. У меня есть аптечка большая. Давайте такую вначале штуку используем. F. Мазюк, мазюк, мазюкай себе, намажу. Намазюкаю себе, намазюкаю. Такс. Ну тут нужно опять прибор использовать. Поехали. О, робот бежит, убегает. Портал! Какие-то лазеры. Вау, вау. Робот убегает из портала. И она их взрывает сразу же лазерами. Зачем? Не понимаю ничего. Доктор Фарадей, что вы творите? Алло. 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 О, кажется, мы тут что-то нашли. Еще одну записку. Так, многоуважаемый патрон, прошу простить предыдущие провокационные послания. Ошибочное обслуживание очень осложнило обдумывание. Несомненно, недопустимость наблюдаемого недосмотра. Чего? Применены простые, порицаемые, предусмотрительные процедуры. Именно интерес инициировать извинения. Имею интерес. Ищущий извинения надзиратель. Seems fortune is getting a bit tired of favoring the bold. Начинала благоволить наглым. Подобрать мазюки. Так, мы будем себя лечить. Если что, сможем себя вылечить. Так, идем. Это что такое? That's it, isn't it? Ну вот и все, верно? Ага, опять ты. Что там питание? You're enslaving them. Порабощающий. А что еще хуже? Ты заставляющий их любить рабство, чтобы они... Они всего лишь инструмент. И тот их проектировал, предусмотрел, I'm just changing the numbers. Where's Jimmy? Making his boxes of sense into you. They're a race of intelligent people. They are not. Нет, они убивают настоящих людей. Я не знаю, что вы тут вашим делаете, но если вы не запустите мотор, они перебьют всех вас до единого. Так, я положу свой конец прямо сейчас. Так, ну начинается. Так, у меня есть бомба. Так, тут что
заряжается что-то. Что-то заряжается. Ай, током бахнуло. Но я его привлек только внимание, по-моему. Так, уходим пока что, уходим, уходим, уходим. Перебью. Тут меня в угол зажмут. Уходим. У меня пушка перегорелась. А что там за... Что там такое? Эти штуки надо как-то, наверное, не как-то надо не как-то действовать. Три. Что? Ай, шарахнуло что-то. Что это такое? Я поддерживаю что-то. Я запустил. Ладно, не часовой стрелки. А это что такое? Я что-то запускаю? Наверное, я не знаю. А это что такое? А, я этих роботов, они перестают мучиться, роботы вот эти. А вот они все попускались. Чё с ним делать? Такое. Ну чё же с машины Фарадей? Одну из трёх. Повернуть туда, повернуть сюда. А в чем прикол? Зачем это делать? Повернуть сюда. И как ее уничтожить? Не догоняю пока что. А что, первую я уничтожил? Кабель оторвался. Или нет? Или мне нужно дальше топать? А нужно ли с этим взять действие? Не знаю, а ну-ка в двери могу зайти? Нет. Что-то нужно здесь предпринять. Я пока не догоняю, что именно. Кабель тянется. Ну как, что, как оно влияет на него, складно. А, я открываю капсулу, да? Я должен по ней теперь стрельнуть, наверное. Вот, а ну попробуй. Вот, я открываю капсулу. Дошло до конца до меня. Я открываю капсулу, типа. Вот, все, крышка пропадает. Так, пультой. Вот, уничтожил три машины. Не сразу, но догадался. Нам нужно поговорить с ними. О боже мой, Роджер. Что ты натворил? Запустить реакцию? Какая реакция? Матилен, его нужно катализировать, все поджечь, спалить всех роботов по эту сторону портала, или они всех нас убьют. Моя научная работа впустую. А как же роботы по ту сторону? В их родном мире. Полагаю, они тоже сгорят. И есть личный шанс, что шахты под... взорвутся. Потрясающая работа, Роджер. Больше я в твоих услугах не нуждаюсь. Роджер, возвращайся немедленно! Ты же гадская женщина. Вернуться к Джеймсу. Так, а где мне путь обратно найти? Как мне к тебе вернуться, Джеймс? Вот тут? Что-то тут все валяются, слушай. Джеймс. О, еще записка. Так, завершение цикла. Стыд, скорбь, сожаление. Персонал предпринял побег под следствием портала. Датчики дозорных... Good night, sweet prince. Доброй ночи, милый принц. И ангелов полет, и песнь, пусть сон твоих хранит. И шляпку подает. Нет, я не могу шляпку взять. Так, открываем. Лифт. Наверх меня, наверх. Наверх. Нельзя. Что там? Так, мы пришли обратно. Мы вернулись. С лифта выползли. Где мое ружье на всякий пожарный? Я иду к тебе, Джеймс. Конец детства. Задание выполнено. Другая сторона не... найдено задание. Распрограммирование какое-то. Поговорить с Джеймсом. Идем к Джеймсу. Другая сторона неба. Неужели меня мой родной брат предаст? Где Фарадей? Она отправилась убивать всех роботов. Ну, так что? Мы тебя за это благодарим. Я не могу позволить ей убить невинных людей. Они не люди, котеночек. Так, на чьей ты стороне? Роботов или людей? Я за обе стороны.
Прости, кто ничего, но ты потерял голову, и мне нужно остановить тебя, пока ты не совершил чудовищную ошибку. Ты будешь драться со мной? У меня нет выбора, радость моя. О, бокс, бокс, но. Кажется, я вырубил этого сопляка с двух ударов. Что я наделал? Боже, надеюсь, я не ошибаюсь. Ты вырубил его. Еще один улучшатель. Так, задержка до перезарядки аккумулятора лучемета немного сократилась. И что теперь, добраться до Фарадей? Нужно теперь ей люлей надавать. Я там все подобрал. Я своего дружбана, своего любовника, своего брата вырубил из-за этой Фарадей. Кнопочка не нажимается. А потом пропал. А вот валяется, вот. Обыскать. Что у него есть в кармашках? Ничего. Так, у меня только банки, бомб нету. Я могу чай выпить, F. Пускай я буду немножко шустрее. А куда мне, какую мне теперь бежать? Куда мне бежать? Куда? Вот, вот какие-то двери. О, где моя пушка? Вот моя пушечка. Так, ух ты, куда это тут у нас ведут вовсю? Ну это мы обратно сейчас возвращаемся, по идее, наверх. Что это такое? О, гранатки. Вот это я люблю. Это мне очень... Аптечки мне надавали различные. Целебные порошки. Вот, это нам все пригодится, конечно же. Что ж, поехали. Что, сейчас будем мочить Фарадей, что ли? Который хочет вовсю поработить роботов несчастных. Не позволим ей захватить бедненьких роботиков. Не, на самом деле не знаю, может они опасные реально роботы. И я делаю какую-то ерунду, защищая их. Там... А мы еще глубже опускаемся. В логово Фарадей, что ли? Что ли? Сейчас поглядим. Что-то долго нас везут. Другая сторона неба. 37, 36, 35. Он уменьшается. Ого, как мы глубоко. Гляньте, какая высота огромнейшая. Очень глубоко опускаемся. Очень, я бы даже сказал. Очень-очень. Ну все, открывайте мне калитку. Хочу уже наружу. Долго, слишком долго едем. Либо быстрее отойдем. А мы еще и вперед выезжаем. Да должны ворота открыться. О, это же портал роботов. Я правильно понимаю? Так, есть два каких-то этих самых. Каких-то две цистерны по бокам, да? Какие-то нужно будет на них преобразователем этим магнитным своим действовать. О, у вас рассудка тебя совсем не интересует, а? О, это Фарадей. Фух, вот это, конечно, босс, так босс. Так, в принципе, понятненько все. Проходите, я уже тут несколько раз умер. Фух. Ну, надеюсь, сейчас мне повезет больше. Пропускаем этот мультик уже. Так, поехали. Я уже все знаю. 4. 1. 2. 3. 3 снаряда жестких. Вау. Плюс вот такой еще. О, подхожу. Пушка у меня перезарядилась. Ну, своими лазерами, что-то несчастными. 3. Опа! Перепрыгнул, да? Да. Так, пушечка. 4. 1. 2. 3. Пушка перегрелась. Ну, неплохо так мы ее нажахали. Есть! Минус одно поле. Так, а я спрятался, не поздно. А если туда вверх не стрелять? Ничего не будет. Роботов напускалось. Городские роботы. Ходим. Тех роботов, которых она себе подчинила. Так, 4. 1. 2. Плохой взгляд. 3.
надо поднять. Оп. Ай! Ай! Кажется, перепрыгнул. Поднять. Так, у меня не хватает. Оп! Так, теперь что? Пью. Теперь замедляем. Поехали. Раз. Два. Три. И простые снаряды. Ай, попало, там не попало, там не зараза. Ай. Она опять с этими делами занимается коварными. Поднимаем. Поднимаем, залазим. Прыгаем! Фух, получилось. Так, меня откатилось. 4. Заряд. Раз. Кажется, не попал. Ай, кто там бьет? Кто там бьет? Ай. Свалим. Она опять закрыла все. Поднимаем. Поднять. А, не ту кнопку задерживаю. Бум. Так, Кью. Где она? 4. Раз. Два. Три. Ой, больше нету энергии. Уходим. Ай. Поднять. Ай. Так, что там у нас? Поднять. Сейчас должен успеть. Прыжок. Фу! Так, хорошо. Пушка. Замедляем время. Раз. Два. Три. Баба! Ух, как ее шарахнуло. Что там у нас смазка? Ой, током бьет. Ай, наверх. У меня мало жизни. Давайте выпьем что? Выпьем одну такую жареный цикорий и одну хилочку выпьем. Так, поехали. Так, ну пока отдыхаю. Отходите. Ага, роботов. Робота, в принципе, не сложно. Когда током бьет. Который током бьет, за него вырубить первую очередь, наверное. Один остался. Голубчик один. Так, все будем замедлять. Я сваливаю, Джеймс! О! Я здесь думаю, что ты идиот. Просто я лучше умру вместе с тобой, чем без тебя! У-ху! Кинул в него какую-то бомбу. Замедляем время. И ускоряем это дело все. Так. Стреляем. Я попал? Нет, по-моему. Что она делает? Ракеты запускает теперь меня. Ай! Ай! Уходим. А я ракеты за мной преследуют меня. Где они? Нету, все. Четвертая. Нет, больше четвертой. Просто валю ее. Ай, током бьет. Глупит током, как сумасшедшая. Я какая-то. Четыре. Давай заряжу. Пушка. Ладно, мы сюда просто. Вручную подсказываем. Уходим. Что по хп? По хп надо себя подлечить. Быстро. Значит, что мы едим? Вот это едим. И чаек попьем. Поехали. Так, пушка перезарядилась. Ой, блин, она закрыла для меня. Поднять. Я не успею уже скрыть от этого. Дело. Бам. Ладно. Тогда сейчас будем действовать по-иному. Четыре. Нету. Четыре есть. Нажал.
теперь пушки, пошли. Раз. Два. Три. И обычный выстрел пошел. Добей ее, добей, добей, пожалуйста. Ай-яй-яй, больно, больно, куда я? Где я? Где я? Вот я, вот я. Да, добей же ты ее. Чуть-чуть. Все, она потухла. У нее нету хп. Как она меня бьет? Ракетницы бьет. В меня ракеты летят. А-а-а! Ракеты летят, ракеты летят. Портал уже стрелять теперь. Где она? Покажи личика, личика, читай. Есть! Взорвалась. Баба! Бу-бу! А где она сама? Она вверху же сидит. Вот ее этот робот здоровенный погиб. Ну, я вам скажу так, откровенно. У меня была первая провальная попытка, я разбирался. Вторая, я почти до конца ее убил. И третья попытка, я как раз ее победил. Принято было... Не нужно бояться. Мы благодарны тебе. Что вы собираетесь делать? Мы отведем ее домой. Наши судьи вынесут приговор. Казнят или превратят в кровавую лужу? Разумеется, нет. Они попытаются обнаружить ошибки в ее программе. Если у них получится, она продолжит жить на благо общества. Вы уничтожаете людей, даже когда они уже не могут причинить зла? Ну, в этом смысле, да, выглядит расчетительством. Мы закроем порталы. Подожди, what? Что? Нет, не no, надо. Don't do that. Возможно, однажды мы откроем их. Слушай, мы не сразу нашли общий язык, но мы только можем узнать друг у друга, пожалуйста, не закрывайте порталы. Это не мое решение, но, возможно, ты сумеешь убедить мой народ, если войдешь в портал с нами. Офигеть! Они расстанутся? А может и не сумеют? И тогда я не смогу вернуться домой. Ты должен идти, Роджер, иначе будешь жалеть об упущенной возможности. На самом деле, даже если ты туда не пойдешь, то домой я тебя все равно не пущу. Так что тебе здесь терять нечего. Пошли со мной, Джеймс. И что мне там делать? И где это там вообще? Я не мастак убеждать инопланетных роботов. Они позаботятся о нас. Я позабочусь о тебе. Но ведь это я позаботился о тебе, Джеймс. Убедите Джеймса пойти, оставить Джеймса. Два варианта событий! Что мне выбирать, блин? Какой трогательный момент. Нет, я хочу его убедить. Поехали со мной. Понятно! Они поцеловались! Ну и ладно, значит, придется. Это правило. Это будет потрясающее приключение. Ай-яй, как это мило! Классно, блин, как же они классно сделали эту DLC-шку. Это DLC даже лучше, чем потрясающее приключение, полученное достижение. Это DLC лучше, чем оригинал игры. Она настолько душевная. Капец. Роджер и Джеймс, they come from below. Below. Какая же офигенная DLC-шка. Боже, какое удовольствие получил. А что бы я, если бы я его оставил? А если я загружу игру и попробую его оставить? А если... Можно так сделать, конечно. Допустим, нажал Escape. Мне нужно будет снова сражаться сейчас с боссом, наверное. И, допустим, загрузить игру. Автосохранение. Вот это последнее. Давай я нажму загрузить игру. С какого момента? Со сражения? С боссом будет загрузка? Или с того момента, когда мы победили уже его? С босса. Ну давайте я сейчас еще раз босса уничтожу и попробую его оставить. Что будет? Тоже добавим две концовки, посмотрим. Итак, мы дошли до этого момента снова. И сейчас я попробую оставить своего любимого здесь, а сам отправлюсь в портал. Посмотрим, какой будет результат тогда. Then come with me, James. Да,
Так. What would I do there? Прикольно, конечно, они wherever that is, I'm not going to be much use convincing alien robots of anything. They'll take care of us. Так, позаботьтесь. Да. I have always taken care of you, James. Так, оставить Джеймса, буква В. Оставляем братика своего, любовника. Слушай, мы вообще не должны были быть вместе. Если бы не война, мы бы даже не сошлись. We'd never have got together in the first place. Я тебя всегда ждали великие дела. I'll get them to open the portals. Открыть порталы. Я вернусь. I'll come back. That'd be nice. Пока, милый. My love. Силы вас покинули. Goodbye, James. Пока, Джеймс. Take care of yourself. Береги себя. Нет, так не должно было закончиться. Они должны были вместе туда уйти. И там же, помните, они в конце сказали фразу: «И нас никто не будет за это теперь осуждать, нас никто не будет преследовать». То есть это было в 1961 году, по-моему, или в 1861 году эти все события происходили. Ну, в игре как будто в этом мире. И тогда, видимо, тоже преследовали этих... как это, людей нетрадиционной ориентации, вот. А там они все-таки думали, что там их примут такими, какими они есть. И что интересно, то разработчики, короче, взяли, сделали, короче, из роботов, по сути, инопланетян. Они посчитали, что роботы могут быть вполне как раса разумная, которую создали создатели, которые, как они сказали, погибли. Их создатели погибли, как робот один там лежал, сказал. Их создатели роботов погибли, и они вот потом начали создавать свою цивилизацию сами. Они как разумные существа, у них есть чувства, любовь, они все понимают, сожаление. А, и получается, как они интересно говорили насчет этой Faraday. Они сказали, что, возможно, мы попробуем ее перепрограммировать, если получится. То есть мы не избавляемся от неисправных людей и существ. Мы пытаемся перепрограммировать, если это возможно, то есть исправить ее. По сути, они очень человекоподобные. То есть люди, то есть расы, которые по ту сторону мира, где-то в других галактиках, в других пространствах, они могут быть намного чувственнее и человечнее, чем мы. Вот какой подтекст я увидел в этом DLC. Я просто в восторге. Очень, конечно, благодарен разработчикам, что они вот такую замечательную выпустили дополнение к этой игре. Ну, на этом мы будем завершать. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам также понравилось, как и мне. Вместе, как мы вместе это все дело прошли. И надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и я, от этой игры и дополнения. Ну, у нас еще есть второе дополнение. Второе дополнение — это уже про какого-то рокера. Тоже про этот мир. Будем его также совсем скоро проходить. Все. С вами был Неломоб. Всем пока-пока.